сейчас давление у меня восстановится. Только вот из-за того, что эта дама из Омска. Наташа Матвея, Юлия Матвея, надеюсь, вы смотрите. Посмотрите, что у вас в Омске творится. В 2007 году выписывала с кончики абрикосов. 13 лет прошло. Засадила весь огород, раздавала соседям, отбраковала. Теперь это большие деревья, по 5-6 метров. Оставил только 2. Очень много занимают место на моих 600-ках. В прошлом году оставшие дали небывалый урожай. Ветки ломились. Спасибо огромное за незабываемые эмоции. Это вы заразили меня волшебством прививкам. Теперь в моем саду поселились много сортов яблони, груши, некоторые сорта ваши. Это действительно большое счастье, считать себя волшебницей. Внимание! Извините, что где-то повторяюсь, а где-то я это письмо вот из-за этого. Почему? Да, я согласен с, это самое, с Николаем Георгиевичем Сергеевым. Да, любое привитое дерево не просто с нарушенной этой душой биологии, душой этой самой. Ну как ее назвать-то? С нарушенной энергетикой, согласен. Но у нас вариантов больше нет. Итак, я заразил человека волшебством прививкам. И что мы имеем? А, кстати, вот что я забыл совсем. Вот это вот. Ребята, время мало. Я обещал человеку. Позвонила Галина с Ржева. Нет, написала. Это же я перекопировал ее. Вот она, Галина Попова. Какой профессор рекомендуете? Уже дважды рекомендовали. Давайте, ребята, просьба. Смотрите, это для нее. Я сказал, ну, извините, вы это все уже знаете. Хотя черт его знает, как его, где еще достать то, что вы знаете. Но это уже второй вопрос. А первый вопрос такой, какой должен быть нож? Говорили мы, говорили. Потом двое из вас написали в гостевой, но это было давно. Я пробовал найти, не нашел. А как выглядят, то есть какой фирмы ножи, чтобы человек мог заказать уже то, что вы попробовали. Вы. Почему? Потому что еще раз специально показываю. Нож от подарок от Сафронова, ценнейший нож от Сафронова Антон Валерьевич, так, вот. Еще два подарка прислали ножи с двусторонней заточкой. Вот просто, вот охота человека, вот душа поет, вот подарю Железову. Вот. Но самый ценный нож в руках у Сергея Железова. Фирма Зелинген. Зелинген. Немецкая. Если нарваться без подделок, если каким-то чудом вы поставите условия, чтобы... А то пишет, и вот этот окулировочный нож, пишет прививочный. Вот это прививочный нож, уже не спутаешь тут это с окулировочным. Но они же, сволочи, двусторонней заточкой делают. И получается, он только хлеб режет. И то неудобно. Вот. А у Сергея настоящий нож. Они дорогие, они сейчас порядка 5000 стоят. Так еще где гарантия, что вам пришлют в Германию его. Сейчас это просто. Люди от души прислали мне ножи, оказались за стороны от души. Знаете, такой наборчик, а там еще лента, которая никуда не годится. Где у меня тут была лента? Хотел вам показать. Лента, ау. Вот. Так, здесь нету. 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 Ну, в другой раз покажу. Дело в том, что ее делает Антон Валерьевич. Или, может быть, если вспомню, перерыв будет все равно. Скоро у нас 2 часа истекает. Вот. Значит, еще раз. Пока не убедитесь, что двусторонние заточки, пока вам продавец не даст гарантию, вот, пожалуйста, видите, как получили, заплатили предоплату. Или эту еще, или даже наложенный платеж. Открыли посылку. И куда его теперь? Хлеб резать. Вот. Вот так, вот такой мой ответ. Тогда я рассказывал. Провожу семинар в Москве. Я говорю, кто хочет научиться? Половина сказала, хотим, ползала. Я говорю, на следующее занятие приносите, привозите ножи. Покупайте или из дома ищите, у соседей. 20 ножей вот таких. В продаже оказались вот такие вот. Из них 19 было с двухсторонней заточкой. И что они? Они будут стараться, они будут... Они должны знать про двустороннюю заточку.
Кто-то попытается перетащить, но все равно уже не то.